Древние пещеры, уникальная архитектура и красивая природа. Все больше туристов выбирают для отдыха армянский Гарис. В этом году он приобрел статус культурной столицы Содружества независимых государств. Армен Асипянс о том, что Гарис предлагает сейчас туристам, и о том, что власти намерены представить гостям в ближайшем будущем. Гарис – город красных крыш, резных балкончиков и базальтовой кладки. Именно этот особый колорит привлекает сюда туристов. Были поражены, что вот у каждой камень дышит история. То есть здесь ничего поддельного нету, здесь все естественно. Местные жители уверены, гостям обязательно нужно побывать в поселении Старый Гарис. Это рядом с городом. Скалам 4000 лет. Одну из пещер художник Жерар Мартиросян превратил в музей. В экспозиции есть редкие экземпляры. Например, этому светильнику 3000 лет. Его зажигали с помощью медвежьего жира. В пещере всегда одинаковая температура. 16-17 градусов. Когда на улице жара, то здесь прохладно. А когда холодно, тут тепло. Исторически быт гористцев воссоздают и рядом с пещерами. Мастерицы ткут на станках и валяют из шерсти. За делом рассказывают о традициях. Постель должна быть только из овечьей шерсти. Мы, как и наши предки, придерживаемся этой традиции. Спать на шерсти приятно и тепло. Статус культурной столицы СНГ позволит городу стать более современным. В Гарисе построят развлекательные и спортивные центры, гостевые дома, чтобы туристам было еще комфортней. Армен Успенцев, Рами Кайлян, Мир 24.